Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, с награды за арену. Так, 15 жнецов мы с тобой получим. А что еще? А еще мы с тобой получаем эльфов 12. Так, короля 15 и фехтовальщика 15. Плюс 5000 голды. Ну что ж, давай быстренько с тобой пробежимся по этой аренушке, чтобы у нас уже, как говорится, шел откатик. 15 уровень, да, в принципе, тут можно потратить вот эту вот команду. Потому что я считаю, что она одна из самых слабых у меня. Поэтому не жалко, как говорится, здесь потратить. И достаточно будет одного, пожалуй, даже самурая. Там прыгунов вроде бы нету. Поехали. Сейчас самурай подойдет и быстренько разнесет базенку. Так, ну, чтобы наверняка и побыстрее, вызовем, наверное, с тобой еще мечника. Так, забираем с тобой опыт. Так, бэмс. Даже никакого повреждения, ребят, нам не наносится, как ты видишь. Пш, с удара. Все. Ну, ты сам понимаешь, да? С ареной на сегодня закончили. Так, что у нас по ежедневным испытаниям? Давай посмотрим. Тыква головы разыгрывается. Ну, плохо, ребят, потому что тыква головы, к сожалению, точнее, даже к счастью, он у меня прокачан по фулке. Ну что же, в магазин забежим тогда. Бесплатно. Взяли с тобой ракетного бота. Но он у нас, как ты видишь, тоже раскачанный по максималке. Так что это бесполезно. Ну ладно, ребята, мы с вами идем проходить основные миссии. Так, и мы остановились, по-моему, на последней локации. Да, дальше только лишь портал. Ну что же, поехали. Так, и если я не ошибаюсь, я застрял именно здесь, да? Потому что у нас зомби очень быстрый, и я тогда с ним не мог справиться. Здесь пойдет у меня вот такая вот команда. Щитобот, молотильщик. Ну, ты сам понимаешь, почему. Щитобота не так легко пробить. Молотильщик очень сильно критует. В общем, все будет хорошо. Так, пошел. Пошел, родной мой. Следом пока никого не будем отправлять. Так, тихо. Ну, есть контакт. Не понял юмора, подожди-ка секундочку. Оу, вот сейчас было красиво. Красиво было сделано. Так, вызываем всадника на журавле. Ну, в общем, ребята, вы сами понимаете, да, что здесь у нас все в топчике. Тихо, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да господи. Да, вот этот вот зомби-камикадзе, конечно, может нам сделать некие такие неприятные вещи, как взрыв, да, который сносит всех и все вокруг. Ну вот смотри, вот как вот тут быть, а? Ну вот как тут быть? Слушай, я, короче, понял, что мы сейчас с тобой будем делать. Самый сильный у нас здесь в данный момент это Палыч, да? Паладина не так легко положить. Поэтому будем, наверное, вызывать именно его. Потому что остальные, ты сам видишь, они просто падают. Падают, ложатся, и ничего им тут не помогает. Так, испугался, да, зомби? Опять этот... Отлично. Вызываем молотильщика. И можно, в принципе, вызвать друидку. Хотя, наверное, уже и не стоит. Ну, ладно. Все равно нам делать нечего, будем ее призывать. На короткой дистанции она очень может хорошо себя проявить. Плюс не забываю, у нее тотемы. Ну, есть. Ты видел, как долго держался паладин? Очень долго. А если еще отхил? Нет, отхил тут уже не поможет. Так. Что это за дела, я не понял. Совсем образела нежить. Ты посмотри, а. Блин, ребята, 43 секунды. Я вот ни за что бы не подумал, что мы так с тобой долго задержимся на этом уровне, на первом. Обалдеть. Так, спасибо за зомби. Ну вот, кажется, пробили все-таки, ребята, брешь. И уже начинаем сносить замок. Давай, паладин, поднажми маленько. Ну, есть. Ребята, отлично у нас все получилось. Я тебе скажу, что самые сложные миссии это вот первая и вторая, потому что промежуток между замками очень маленький. И вот враг любит вызывать быстрых юнитов. А у меня, ты понимаешь, у меня все заточено под, ну, под определенные виды войск. Например, вот этот вот отряд, да, мог сдерживать именно быстрых бойцов врага. Так же, как и вот этот. Но если он, помимо быстрых бойцов, будет высылать какого-то имбового, мы можем сфейлиться. Но это, я тебе говорю про короткий промежуток между замками. На длинном расстоянии, конечно, тут все имба. И, кстати, мне нужно будет прокачать до 5 звезды
моего служителя тьмы. Он как-то здесь, ребят, не вписывается, да, со своими четырьмя звездочками, так же, как, в принципе, и БФГ. Так, а здесь у нас друидушка страдает на четырех звездах. А здесь у нас ведьма. Блин, у меня нету, ребят, ни одного отряда, прокачанного полностью на 5 звезд. Чтобы все персонажи, да, и замок был пятизвездочным. Ладно, отвлеклись маленько. Здесь добавляется банши. Против банши, ну, в принципе, можно выслать и вот этот отряд. Но я, наверное... вот этот вот возьму. Почему именно этот, ребят? За счет тыквоголового мы можем с тобой контролировать именно вот этого зомби-камикадзе. То есть его уничтожать еще до того, как он подойдет, например, к моим рыцарям. Так, тихо. Зомби, я знаю, он противный. Блин, нет. Блин, я на это не подписывался. Парасете. Ай-яй-яй, всю малину, ребята, мне портит. Хотя мы выжили. Странно. Очень сейчас для меня это было странно. Так, в стан загнали зомби. А вот то, что это крикунья тут будет сейчас, конечно, кричать, это плохо. Давай-ка выпустим корни и вызовем тыквоголового. По-моему, все, друзья мои. По-моему, дело, как говорится, пойдет в гору. Вызовем служителя тьмы с тобой еще. Так, подожди. Ты не подходи, дурачок, близко слишком. Не подходи, я тебе говорю, тыквоголовый. Вот, совсем другое дело. Так, секунду, ребята. Знаешь, что я не понял? Только одного. Почему я нахожусь в офлайне? Объясни-ка мне на милость, а? С какого вдруг перепуга? Так, давай выпустим с тобой корни. О, спасибо за банши. Так, вызываем с тобой самурая. Ну, ты видишь, да? Все, ребят, тут великолепно просто. Замок сносим. И победа очередная за нами. Слушай, интересно получилось. Замок мы взорвали, а зомби видел? Пошел куда-то спокойненько так. Еще даже там кусается. Ладушки, продолжаем. Тут осталось-то у нас 2 уровня. Ох, елки ты моталки. Вот здесь надо подумать хорошенько. Здесь, смотри, прыгун плюс зомби-камикадзе. Угу. Вот тебе и не задачка. В принципе, вот этим отрядом мы с тобой можем здесь разрулить ситуацию. Но меня прыгун напрягает очень сильно. Очень сильно. Плюс вот этот вот зомби. Как же нам с тобой сделать-то? Держать постоянно молотильщика и щитобота возле замка так не получится. Паладина. Хм. Мне даже самому интересно, как у нас тут сейчас получится с тобой. Я знаю, что, по-моему, он будет сейчас вызывать чисто прыгунов. А я могу и ошибиться. А если я вызову молотильщика? К примеру, проверим давай с тобой. Вот пойдет у нас сейчас с тобой. Вот. Вот она, ребята, незадача. Хорошо, что он не стал делать ускорение. Это очень большой плюс для нас. Потому что в таком случае мы его распишем здесь. Окей, блин, так тут еще и когтистый идет. Тут еще идет когтистый. Так, если мы сейчас с тобой... Вот опять, друзья мои. Блин, он же сейчас прыгнет. Эй, и мне некому прикрыться. Хотя, подожди. Каким-то чудом мне просто, ребят, повезло. Он был в стане. Ты видел, да? И только за счет этого мне повезло. Я смог его одолеть. А так бы он ударил по замку и все. Не, ну мы могли бы, конечно, вызвать с тобой друидку. Она бы все захилила, как обычно, да? И мы бы продолжили с тобой бой. Тихо. Нам очень сильно везет, что... когда прыгун перепрыгивает, он не включает свою ярость. Истерику, да? И таким образом, как видишь, у нас все с тобой удачно получается. Так, давай. Блин, вот этот вот зомби, нафиг он тут нужен? Эй! Фу ты нафиг, я уж думал, что у меня сзади никого нету и... Когтистый сейчас прыгун, точнее, может сделать нам неприятные вещи, но... Там был паладин. Так, да давайте сносить уже замок. Эй! Фух. Опять 25. Я его даже не увидел в этой толпе. Как он там выпрыгнул-то, а? Все. Все, друзья мои, отлично получилось. Ну что же, остается у нас с тобой последний бой. Это, естественно, там будет босс. И посмотрим, кто здесь будет. Жнец. Ну, возьмем тогда с тобой имбовую мою команду.
Так, где она? Вот. Вот она, друзья мои, командочка моя. Поехали. Ничего он нам здесь не сделает, поверь мне. Ой, так, начнем, наверное, с Ронина с тобой, как обычно, да? Вызовем Ронина, пускай он там бежит. Ох, ну этих мы быстренько с тобой сейчас подчикаем. И начнем уже бомбить по замку. Так, плюс ко всему вызываем мага-рыцаря. И, наверное, ой-ой-ой. Да, это было предсказуемо. Если выходит зомби-камикадзе, он наносит очень большой урон. Хоть и сам погибает. Ага, ага, куда побежал. Вот и все. Я даже не увидел босса. Даже жнец не вышел, ты понимаешь? Нормуль, нормуль получилось. Ну что же, мы с тобой... А что мы с тобой делаем? Во-первых, забираем награду. Так, нам выпадает 12 зомби, 9 карточек зомби с надгробием и 9 гемов. Так, а здесь у нас... Угу. Ядерный робот, плюс крестьянин, ну и башня, трансформатор. Ну а мы с тобой отправляемся в новенький телепорт. Ну и давай посмотрим, здесь у нас начинается с территории роботов. Смотри-ка, там лава какая-то или металл расплавленный, да, в чанах в этих. Дальше у нас нефритовая долина идет. После этого долина подданных в каких-то руинах. Нежить. И опять же нефритовая долина. То есть две нефритовые долины у нас с тобой будет, да, повторяться? Окей, я не возражаю. Щитобот плюс БФГшка. И все это дело приправлено 97 и 98 уровнем. Ну что я тебе могу сказать? Эти ребята довольно сильные, особенно БФГ. Если будет прикрыто щитоботом, что бы нам с тобой тогда сделать? Вот этот отряд можно было бы, конечно, взять. Ну, щитоботы я, наверное, припарюсь пробивать. Нет, давай уж тогда наверняка возьмем вот этот отряд. Хотя, погоди-ка. У нас с тобой короткая дистанция сейчас будет, да? Это же первый, как бы говорится, бой. Поэтому придется все-таки брать вот этих. Можно было бы взять ту армию, но у меня там дорогие юниты. То есть не получилось бы так, что я вызвал бы юнита, а он бы быстрее вызвал бы щитобот своего. И 100% вместе с БФГ вот с этой он бы подбил бы там всех. Поэтому вот так лучше делать. БФГ вместе с молотильщиком шансов на победу больше. Сейчас мы еще вот так с тобой сделаем. Чтобы, видишь, БФГ бомбит именно наземные цели. Хотя она может и воздушные подбивать. Так, 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 отлично. Главное, что мы здесь промяли. Все, шансов уже у врага нету. Мы его уже, грубо говоря, прижали очень сильно. Тут три щитобота, плюс, извини меня, всадник на журавле. Все, ничего он не может сделать, и мы ему сейчас замок разберем. Ну что же, 1-0 в нашу пользу. Мы с тобой двигаемся дальше. Не забывай, что мы копим с тобой деньги. Да что ж такое, ежедневные испытания. Опять, ребята, я в офлайне. Связь то появляется, то пропадает. Опа, секунду. Да ладно, вы серьезно, что ли? Да не может этого быть. Наконец-то, друзья мои, это свершилось. Крестьянин у меня получает. Крестьянин — это один из самых-самых первых бойцов, который вообще дается в игре. И только сейчас он у меня получает 5-ю звезду. Ты представляешь, как долго он у меня к этому шел? Бедный бедолага. Толпа крестьян. Подожди-ка, а что это такое? Зовет другого крестьянина на помощь в поединке. Слушай, я даже и не знал, что у него вот... вот такой вот скилл. Правда, срабатывает всего 4%, но все равно приятно. Так, 169 тысяч. Я даже не знаю, какой у него... А, 39 уровень. Хм, может быть его прокачать? Хотя, на самом деле, я хотел бы прокачать вот этого зомби. Вот этот зомби мне, ребята, нужен. Я на него собираю, но пока безрезультатно. Очень-очень редко выпадают на него карточки. Так что будем терпеть. Друзья мои, а у нас второй уровень. Здесь прибавляется то же самое, только еще молотильщик. Что-то он как будто под меня косит, да? Тоже у меня здесь и щитобот, и молотильщик. Но в отличие от него у меня есть... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. В отличие от него у меня есть проблема в отличие от него. Вот что я тебе могу сказать. Ну, давай-давай, родной. Окей. Всадника на журавле обязательно нужно в этом случае вызывать. Ага. Так, мы застанили.
Вызываем еще одного молотильщика. Давай, давай, прожимаем. Ах ты, БФГ-ха. Нормуль. Так, давай-ка вот так вот сделаем, прижмем их. И атакуем замок. По-моему, победа уже за нами. Да, последний удар нанесли. Плюс всадник на журавле начал, ребята, отхиливаться. Это пассивка у него включается. И мы с тобой двигаемся дальше. Правда, энергии у нас с тобой мало. Энергии маловато будет. Ну, ничего страшного. Так, а здесь... Ну, я тебе скажу, бомбер для нас это не проблема. Вот в данный момент. Конечно, он своими бомбами в легкую может подбивать моего молотильщика. В легкую, просто с одного удара. Но у нас есть и другие, да, юниты. Например, всадник на журавле, которому бомбер вообще ничего не сделать не сможет. Вот он, вылетел. Да и урон он наносит не очень большой, по крайней мере, щитоботу. Так, БФГХ начинает выпендриваться. Она выпендривается. Смотри, смотри, что делать. А мы вот так вот тебе сделаем. Подтянем, да, и распишем. Все. Так, идем сюда. Еще одного всадника я вызову. И будем вызывать уже друидку, я думаю. Давай, 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 родные мои. Друидушка, я коплю на тебя, коплю. Вызываем. Блин, деньги пропустил, ладно, фиг с ним. Ну, что я тебе скажу, тут все, друзья мои, победа. Довольно легкая, кстати, она была. И давай сразу же переходить на следующий, это предпоследний бой. И вот здесь уже небольшие проблемы. Потому что хилбот, ремонтный робот, будет хилять именно щитобота. Этот будет дамажить, а вот этот из-под тяжка бомбить издалека. И как видишь, у меня здесь уже закончилась энергия. Нам придется взять с тобой другой какой-нибудь отряд. Например, вот этот. Например, вот этот, да, ниндзя будет справляться с кем? Да со всеми она будет справляться. Или же вот этот взять? Очень интересный вопрос. Слушай, а почему у меня здесь делает жаба с пушкой вот в этом-то отряде? Скажи-ка мне на милость, с какого перепуга я вдруг сюда ее поставил? Что-то я сам даже не помню, для чего я это сделал. Ладно, я попробую все-таки вот этим отрядом. Первый бой, как говорится, все покажет. Или мы выигрываем, или мы проигрываем. Так, 200 стоит. Тут 175 плюс ниндзя. Ну, давай так сделаем. Голем против... Ой-ой-ой-ой-ой. Он вызвал молотильщика. Давай, ниндзя, выручай. Да иди ты, блин, в лес, а! Ну, ты сейчас видел, что он сделал, а? Да, вот, вот этого я всегда и боялся, ребят. Молотильчик, как всегда, может вот бомбануть свою ерунду. И вот сейчас, вот как вот мне сейчас... Во, молния. Молния может нам хорошо помочь. Окей. Давай, 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 разносим, 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 ребятушки, их разносим. Блин, вот, подбили. У меня, конечно, БФГ здесь слабовато будет, да? В отличие от врага. Что же мне сделать? Ну, ты сам понимаешь, да, служитель... Хотел сказать, служитель тьмы. Богиня солнца здесь не особо-то хорошо нам поможет. Или же все-таки поможет. Блин, мне бы хотя бы ураганчик какой-нибудь. Ты посмотри, как захиливает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это все, друзья мои, из-за БФГ. Мне никак не получается у меня, ребят, ничего. Смотри, прожимает просто-напросто. Просто прожимают. Я не успеваю даже убить вражин. Все, нам крышка. Трындец, вот это меня смяли. Вот это меня здесь смяли. Да. Так неприятно проигрывать, вот серьезно тебе говорю. Когда ты чувствуешь себя непобедимым, и на тебе. Просто прожали. Они нарвались, короче, ребят, на неприятности. Я им этого спускать не собираюсь. Ты понимаешь, да, к чему я клоню? Говноеды, а? Ну что, давай попляшем, посмотрим, что вы против этого отряда сделаете, сосунки несчастные. Сейчас, сейчас начнется тут веселуха. Тут и БФГ-то сраная не поможет. Поехали.
Сейчас будем расписывать. Так, Ронин. Все как полагается. Сейчас эти хилботы будут просто отлетать один за другим. Плюс у нас здесь чумная мышь. Тут вообще имба. Отряд. Плюс у нас с тобой обалденная ульта здесь есть. Чего вы там прыгаете-то, а? Сосунки. Конечно, ага, думали, так легко пробьет меня. Нет. Тут у нас и прыгун есть, если что, да. Ну все. Сам видишь результат. Просто достали они меня, вот серьезно тебе говорю. Окей. Ну что, это еще не конец. Еще есть у нас последний здесь уровень. Ядерный робот, да, здесь будет. Хм. Я вот не могу понять, почему он у меня здесь делает, а? С какого перепуга-то? Попробуем этим отрядом разрулить. Что в этом отряде плохо, ребята? У нас нет здесь офигенного дамага. У нас есть танк, у нас есть... Что ж такое опять офлайн? У нас есть с тобой ведьма, да? Это жаба с пушкой ни туда и ни сюда. Ага, начинается. Ладно, вызываем с тобой джиггернаута. Все это дело нужно будет защитить, естественно, нашими баллистами. Давай, они будут по возможности иногда станить. Вызовем с тобой жабу с пушкой. Клетку. Вот так вот. Погнали, погнали, погнали. Как ты долго и медленно идешь, а? Жаба, ты с пушкой. Бумс. Подожди-ка, я не понял, почему эта баллиста, баллиста, БФГшка не получает урона? Все, все нормуль. Так, сейчас, по идее, выйдет босяра. Уже вот чувствую, что выходит он. Потому что у нас с тобой бой здесь затянулся, и есть вероятность, что он выйдет. А он уже вышел. Он уже, друзья мои, вышел, так что в клетку его сажаем. Все, и пускай он там сидит. И никуда он не двинется, пока не отдуплится, или пока мы замок с собой не уничтожим. Ну или на худой конец, пока его не освободят. А в этом я очень сильно сомневаюсь. Хопа. Так, заморозочка в нашу пользу. Ну вот и все. Сейчас мы замок-то ему и разнесем. Согласись, ульта тоже имбовая. То, что она может схватить именно любого врага, хоть босс, хоть не босс, и держать его практически до последнего. До того, как он не погибнет. Ну что, забираем с тобой награду. Сундук робота. И посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, хилбот только, если что, и деньги. Ядерный робот меня, ребят, не особо вдохновляет. О, начинается интересная игра. Сразу же дают ниндзю и самурая. Сразу же. Ну что, будем, наверное, в противовес брать вот эту вот команду. Она должна здесь справиться. Но если пойдут таракоши, они обязательно, мне кажется, здесь пойдут. Или тигры будут, или таракоши, одно из двух. Ё-моё, вышел. Так, он сейчас сразу же будет вызывать ниндзю, поверь мне, сразу же. И мы с тобой то же самое. Но у него есть небольшое преимущество, потому что самурай впадает в истерику. Так, тут он не упал, и это хорошо. Окей, вызываем еще голема. Так, молнии запускаем. Шикарно. Все, ребята, он потерял инициативу. Теперь кого бы он тут не вызывал, мы не будем выпускать врага. Как говорится, дальше ворот. И будем спокойненько здесь уничтожать все. А вот тебе и весь сказ. Отлично, первая победа за нами. И мы с тобой продолжаем. И мы с тобой продолжаем. Давай посмотрим, кого здесь нам добавят. Храмовый пес. В принципе, друзья, ничего страшного здесь нету. Храмовый пес, да, он может с определенным шансом напугать моего юнита. Он может убежать. Что-то у нас со связью, какие-то, друзья мои, перебой. То появляется, то разрывается. Я не знаю, с чем это связано. Так, а вот, вот и пес. Вызвал он его все-таки, да? Ну давай, ниндзя, елки-палки, ты мне здесь нужна как никогда. Она там что-то мешкается. Так, голем врубил отхил. А этот врубил истерику. Ай-яй-яй. Еще вызовем голема. Молнии.
Пошли, 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 пошли молнии. И не попали. Вообще не попали. А у него что-то самурай, кстати, зачастил плакать. Ты заметил? Ну? Давай, давай, голем, не падай. Так, вызываем с тобой жабу с молотом. Ах, ниндзя, а? Уворачивается. Так почему мы ниндзю-то не бомбим? Ё-моё, я понимаю, конечно, что вы по замку там шмаляете. Опять в истерику впала. Молнии, пошли. Все. Отлично. А меня вот этот иногда, ребята, баг или глюк бесит, да? Когда, например, ты видел сейчас, ниндзя стояла возле замка. Вместо того, чтобы моим бойцам уничтожить ниндзю, а потом уже бить замок, они просто напрямки стреляли по замку. В то время как ниндзя нас бомбила. Ну, не знаю, с чем это связано. Так, здесь ничего сложного нету. Тут прибавляется обычная черепаха, которая очень медленно перезаряжается. Но могу тебе сказать следующее. Взрывы ее довольно опасные. То есть снаряды, которые она выпускает, наносят массовое повреждение. Поэтому если будет скопление моих юнитов, достанется всем там очень-очень больно. Так, самурай против голема. И вот, кстати, я вот этого не могу понять. Почему в последнее время вот испортилась графика? Ты видишь, что самурай, он такой как расплывчатый, да? В отличие, например, от той же самой ниндзя. Ниндзя прорисована четко все. А вот самурай как будто размазанный. И это, кстати, не первый и последний юнит, который вот имеет такое вот графическое исполнение. А раньше он был прорисован очень отлично, очень хорошо. Можно даже убедиться по старым видосам. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, они хотели как-то что-то подкорректировать или дорисовать, но что-то не дорисовали. Так, ниндзю. Вот опять та же самая, ребята, вот история. Ты видел, да? Мы стреляли по замку, хотя ниндзя здесь по нам тоже вела огонь. Но деньги, деньги, дайте мне только. Великолепно. Сегодня, друзья мои, попробую выложить еще одну игрушечку наподобие Tower Conquest. Называется Elroy. Лишь бы у меня хватило времени на это все. Так, ну ты сам понял, да? Победушка за нами, и у нас предпоследний уровень. Ага, вот здесь вот маленький крестьянин, да? Китайский. С копьем и в соломенной шляпе. Он очень быстрый и надоедливый. Поэтому тут надо контролировать его. И будет этим делом заниматься, наверное, у меня голем. Успеет ли? Успеет. Поехали. Так, вышел самурай. Тут главное позвать ниндзю нам в помощь. Так, а он тоже вызвал ниндзю, а? Ладушки. Мы тогда с собой вызовем еще одного голема. Окей. Так, он опять этого крестьянина вызвал. Чтоб тебе. Жаба с молотом пускай идет. Сделаем ульту. И не попали. Просто не попали, вообще ни одним снарядом. Давай, големыш, беги. Так, здесь, наверное, БФГшку можно позвать еще в помощь. Ну все, 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 все. Мы прижали врага. Никуда он отсюда уже не денется. Ничего ему здесь уже не поможет. Сам прекрасно понимаешь, видишь, да? Полторы минуты у нас времени, этого более чем достаточно. И мы с тобой здесь побеждаем. Переходим на последний уровень. Блин, я хочу все-таки понять, почему... Так, подожди секунду. Почему у меня жаба с пушкой стоит? Может быть... Да нет, он прокачан по максималке. С какого перепуга он в этом отряде? Давай-ка мы с тобой, наверное, его уберем. И поставим кого-нибудь другого. Кто у меня прокачан по фулке? Кстати, лучника-то надо докачать, друзья мои. 94 уровень, да? Соточку надо. Вот так вот. Причем она имеет фулл звезды. Так, убираем. Так, кто же у нас еще? Можно робота качать. Он, в принципе, сотого уровня. А, какого сотого уровня? Он фулл звезды? Можно его прокачать. Что скажешь? Так, а что у нас с этим? Блин, дорогущий такой, а? Он очень дорогой. Или же, подожди-ка, а что у нас с воблером происходит? Давай-ка посмотрим. Воблер имеет 4 звезды, 49 уровень. Давай вот его будем качать.
Ой, ребята, я сейчас сделал большую ошибку, знаешь почему? Я, кажется, вспомнил, кого я должен был прокачивать. Но это должен быть не воблер. Это должен был быть наш босс, вот он. Точно, он же 82 уровня. Я хотел его прокачать до соточки и взять в основной состав на испытание. Блин, забыл совсем. Ладно, бывает. Ну что, у нас с тобой последний бой, что ли, или как там? Если последний бой, мы берем с тобой имба-отряд. Да. Ох, ё-моё. Бог ветра. Я считаю, что он довольно сложный босс. Так же, как, в принципе, и термин 9000. Поэтому вот такой вот отряд у меня и создан. Именно вот с такой ультой. Как раз для них. Ну что, пора выпускать. Как обычно, цепной Ронин выбегает. Тыдыч. Я обожаю его дамаг у Ронина. Сразу мне напоминает чем-то Усаги из Черепашек-ниндзя, да? Тихо, тихо, блин. Ниндзя тут еще, блин, мне не хватало. Ну-ка. Вот так вот. Будут знать, как наезжать. А у рыцаря мага, что мне нравится, ребята, это, конечно же, ее пассивка на отражение. Отражение урона. Это вообще великолепно. Вот и все. Вот и все, никаких проблем нету. Разбомбили мы с тобой замок. Забираем теперь награду. Сундук Нефритовой долины. Империи, точнее. И... ну, тут только замок Сакуры, плюс 9 гемов и 10 храмовых псов. И мы переходим с тобой... так, долина подданных. Ага. Встречает меня, ребята, здесь рыцарь и разбойник. Слушай, с разбойником шутить-то не хотелось бы. Тем более на ближней дистанции, где он может быстренько, юрко пробежать. Поэтому, ребята, щитобота нужно держать здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, пускай подойдет поближе. Вот так вот. Давай-давай. Блин, бродяга, ребята. Успели? Успели. Тьфу ты, слава богу. Уничтожить моего. Ну, расслабляться рано, потому что он сейчас будет вызывать еще этих разбойников. Давай паладина у нас, наверное, с тобой вызовем. Вон он идет, да? Хитрец этот. Идет, конечно же. Ну... есть. Хорошо, что ульта у меня была готова. А так бы урон нанес бы. Ну давайте замок ему. Есть. Фух. Продолжаем. Продолжаем. Все у нас пока великолепно идет. Переходим на вторую миссию и смотрим. Здесь крестьянин прибавляется. Так, а у нас тут закончилась энергия. Как не вовремя, не кстати. Мне сейчас и прикрываться-то неким. Хотя я могу, знаешь, что сделать? Вот этот отряд вызвать. У меня выбора все равно нету. Он сейчас будет вызывать крестьянин, да? Разбойников, а мы будем с тобой отбиваться. С помощью самураев и с помощью рыцарей. Так. Ну и в первую очередь нам нужно, конечно же, с тобой быть наготове. Наготове в плане чего, ребят? Вот, видишь, кто идет? Конечно же, ты видишь. Идет разбойник. Он очень сильно дамажит, поэтому нам нужно очень быстро его разбирать. Корни, мне нужны корни. Вот они, корни, друзья мои. Корни выпустил. Все. Теперь можно чуть-чуть расслабиться. Чуть-чуть, совсем маленечко. Так. Начинаем бомбить. Давай, самураюшка. Спасибо за карточку на крестьянина. Она уже нам как бы не нужна, потому что крестьянин прокачан на фул звезды. Вызываем с тобой корни. Ну и все. Здесь даже если будет выходить разбойник, он будет очень медленно двигаться. Ну и в этих корнях он будет получать урон. Все. Хорошо мы тут справились. Первый этап, первый уровень, я тебе еще раз говорю, один из самых сложных. Фух, здесь у нас, ребята, маг уже добавляется. Вот ко всему вот этому добавляется еще и маг, а? Чтоб тебя. И вот я сижу сейчас и думаю, как мы будем с тобой уничтожать мага? Тыквоголовым? А справится ли он? Слушай, ну у нас тыквоголовый, я тебе скажу сразу,
стреляет намного дальше, чем их маг. Но у их мага, хотя как и у наших, массовая атака. Ладно, сейчас проверим. А сейчас мы с тобой посмотрим, что мы можем тут замутить, зарулить. Эй-э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 й. Самурай, давай. Уничтожай кидренифени. Так, корни. Конечно же, вон, маг. Я уже слышу, вызвал он мага. И вот сейчас начнет шмалякать. Так, нужно наказывать нам его. Разбойник, вали к чертовой бабушке. Успеем, нет? Успели, успели наказать его. Так, превражение, замечательно. Давай вот так вот этому магу. Вызываем с тобой служителя тьмы, пускай отхиливает наши войска. Если, конечно, успеет. Корни. Давай, давай, родные мои. Быстрее пошевелимся. Заморозка. Вовремя. Так, два тыквоголовых. Слушай, ну это уже хорошо, ребята. Это уже хорошо, мы с тобой подзарядились, потому что вряд ли тут уже кто-то что-то сделает. Даже этот разбойник, который пойдет, ничего нам не сделает. Ну, есть контакт. Ну, шикарно, на самом деле. Очень шикарно мы с тобой здесь сделали. Прошли. Пробили врагов. И у нас предпоследний уровень. Здесь жрица. Мы знаем, что жрица, она не может наносить никакого урона, но зато она может очень сильно хилять. Очень сильно. То есть буквально сразу отхилить полностью здоровье нашему, например, мечнику. Ну или вражескому. Так что давай напряжемся. Вот, об этом я тебе и говорил. Вот сейчас вот начнется, блин, вот эта вот катавасия, ё-моё. Мы с тобой тогда тоже попробуем сейчас вызвать. Нет, хотел служителя тьмы вызвать, но передумал в последнюю секунду. Смотри, сейчас будет хилять. Смотри. Так, тут она что-то слабину дает. Ой-ой-ой-ой-ой, разбойник. Там, друзья мои, разбойник, он крадется, вижу я его, упал. Ну, здесь уже, наверное, можно и дедушку жнеца, дедушку этого скелета призвать, да? Старого воина, так сказать. Пускай идет. Разбирается тут со всеми. Ой-ой-ой, бедный служитель тьмы. Завалили его. Так, корни. Так, скороходы, квест завершен. Окей. Все. Тут уже шансов у врага не будет никаких. Если дедушка пришел, если дедушка начал бомбить молотом, все, ребят. Кто бы там ни вышел и не появился, он сразу автоматически впадает в стан. От того, что дед наносит урон. Поэтому сам делай выводы, да? Враг выходит, дед бомбит, и те сразу в ступор встают. И, соответственно, мои уже ребятульки их разбирают. Так, ну что, а мы с тобой переходим на последний уровень. Король. Мы все уже давным-давно знаем, что король боится кого? Конечно же, летающих юнитов. А у меня летающих здесь и нет, да? У меня нету летающих юнитов, к сожалению. Но если я возьму вот этот отряд. Тут воблер, конечно, вообще не в тему, согласись. Ладно, возьмем имбу, так уж и быть. Возьмем с тобой имбу отряд. И будем расписывать. Так, ну что, уронен по стандарту. Давай, дед. Ах ты, елки-палки, поленился выбежать, да? Но вот это вот не в тему. Давай, красавица. Контри. В плане. Фига там, рыцарь. Совсем берега попутал. Вот, бежит тебе помощь. Жрица вышла, думал, сейчас хильнет. Ага. Все. Два Ронина просто, ребята, уничтожают замок к ядрене фени. С таким-то дамагом. Я считаю, что Ронин один из самых-самых сильных дамагеров в этой игре. Я сильнее, наверное, никого не видел. Ну, может быть, есть только в ярости прыгун. Может быть, только так. Ну, и мы с тобой зарабатываем сундук подданных. Фехтовальщик. Я, кстати, фехтовальщика тоже очень хочу, ребята, раскачать на фул звезды. Он очень дешевый юнит и очень хорошо дамажит. Так, мы перешли с тобой на территорию нежити.
Встречает нас с тобой голем и банши. Здесь можно немножко расслабиться, потому что даже вот этот отряд, в принципе, должен разрулить. Хотя не забывай, что банши наносит массовый урон своим криком. И есть вероятность застанить. Поэтому нужно быть с ней немножко аккуратнее. Так, пошел у меня самурай. Тут надо, наверное, в первую очередь накопить на тыквоголового, чтобы наносить массовый урон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успеем ли? Да, я, в принципе, должен успеть. Да. И банши будет, конечно, сейчас отгребать по полной программе. Давай-давай-давай. Отлично, вызываем с тобой сразу самурая. Ну вот, совсем-совсем другое дело. Ты сам это видишь, да? Тыквоголовый будет, как говорится, контрить здесь все. Ну, а мои бойцы будут тут сдерживать натиск врага. Еще одного тыквоголового позовем. И когда две тыквы в отряде, это уже, ребята, ну, считай, победа. Тут получается бесперебойный огонь. И враг уже ничего сделать не сможет. Нам просто, ну, остается уничтожить замок. Давай, давай, родные мои. Есть. Вот как-то так это все происходит. Ну что, переходим с тобой на следующий этап. Вот он. Ой, а тут вот, вот тут уже не до расслабона. Прыгун, конечно же, ребят. Прыгун это такой, знаешь, скользкий типок. Мне его даже никак не законтролировать. Ты прикинь? Ну, брать имбовый отряд для того, чтобы его сдерживать, ну, это глупо, я считаю. Единственное, что я могу поменять воблера. Давай-ка мы с тобой, наверное, сейчас поменяем воблера на кого-нибудь другого. На кого, например? Улитка. Улитка, я не особо думаю, что нам поможет. Пришелец. Какого ты уровня у меня, парень? Сотого, да? Фулл звезды, все отлично. Давай попробуем за счет него сыграть. Сколько он стоит? Я вот не помню по энергии. Главное, чтобы у него срабатывало на 100% похищение. Ага, он стоит 225 энергии. Недешево, недешево. Так, он вызвал голема в первую очередь. Так, мы вызовем тогда джиггернаута. Блин, этого прыгуна надо... Как его контролировать? Я не знаю, ребят. Давай вот так вот, может быть, попробуем. Ага. Пока удачненько все, друзья мои. Пока удачненько. Давай вызовем с тобой некро. Клетку. Ага, а вот, 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 вот. О чем тебе говорил? Все, сработал. Мы еще и на свою сторону его переманили. Шикарно. О большем я и не мечтал. Ну, тихо, 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 тихо. Фу, баллиста, баллиста моя. Нет, она живет, живет, ребят. Так, похитили. Ну, замок-то, господи, будем уничтожать сегодня или нет? Да. Вот такой вот у нас маленький пришелец. Согласись, он нам здесь очень с тобой хорошо помог. Своим вот этим вот похищением. И смотрим, что у нас тут дальше идет. Когтистый, банши и это. Расплюнуть. Расплюнуть. А, знаешь, кого мы, кстати, с тобой еще не дораскачали? Нашу маленькую улитку. Она тоже, по-моему, у нас то ли 70-го, то ли 80-го уровня. Можно, в принципе, ее тоже прокачать. Но все-таки сначала мы прокачаем босика. Опа. Опачки. Вышли тут, красавцы. Ну, в стан, вгони их в стан. Ё-моё. Вот, спасибо тебе большое. Когтистый тут начинает махать. Его, конечно же, это не помогает ничего. Пускай пришелец у нас тут бежит. Сделаем вот так вот. Замечательно. Так, вот, видишь, это банша, ребята, застанила моего джиггернаута своим криком. Опачки, всех к стеночке. Давай, пришелец, влетай. Похищай там кому-нибудь. Вот так. Ну, все, тут уже никто ничего ему не поможет. Шансов нету. Шансов у врага на победу просто нету. Вызываем клетку.
Вызываем еще одну баллисту. Да, мы уже все кромсаем замок вовсю. Отлично. Ну и что у нас тут получается, ребята? Две энергии и два последних боя, да? Ох ты, просто это служитель тьмы. Прыгун, ой-ой-ой. Вот это да. Вот это отряд. Квест завершен, тактик. Ладно, будем надеяться на нашего маленького пришельца, что он будет похищать ненужных нам бойцов. Опа-на. С какого, блин, перепуга-то? Ну-ка, похитишь? Подожди, а почему? Почему мы не могли похитить? Чё... Нет, ребят, так не делается дело. Чё это за чушь собачья получилась, согласись? Зашибись просто-напросто. Мой пришелец даже не смог его похитить. Просто пролетел мимо. Так, давай ускоряться. Чё тут уже, ребят, терпеть и выжидать? Зашибись. Сделали мне тоже, да? Подгон. Я считаю, это было несправедливо. С какого, блин, перепуга, извини меня, прыгун просто пробежал. А мой пришелец даже не стал ничего делать. Даже никакие попытки, чтобы схватить его. Естественно, будем переигрывать. Не надо мне следующий этап. Они захотели открыть. Так, значит, он будет первым вызывать прыгуна. Я могу только Джиггернаута вызвать. Да, буду, наверное, его вызывать. Пускай он идет. Мы с тобой пока подкопим здесь энергию. Ага. Ага, вон он, вон, ребят, под яростью. Под яростью. Давай, пришелец. Так-то оно будет лучше. Так, теперь вызовем с тобой некро. Вызовем с тобой некро. Баллиста. Так, я смотрю, ребят, чтобы не было здесь прыгуна. А он тут есть. Ну что опять, блин, происходит? Ну как так может быть? Я не понимаю, блин. Почему-то даже вот эта вот наша ульта, она не схватила. Он был, как раз клетка летела. И он должен был в нее попасть. А он взял, пробежал. Что это за привилегии такие, а? Скажи-ка мне на милость. Я не знаю, что тут происходит. Естественно, ребята, я ускоряюсь, потому что, ну, смысл здесь уже тратить время. Офигеть. Ну что, придется брать имбо-отряд. Эй-эй-эй, погоди, имбо-отряд. Что тут вообще творится, посмотри. Что за бред? Нифига себе. Что тут происходит, эй? Да ну. На ускорение офигенно, да, смотрится, ребят? Так все быстро. Так, давай вызовем пришельца. Так, нормуль. Клетку. Пришельца. Ну все, тут замок мы уничтожим. Блин, меня все-таки бесит. Две попытки, ребята, сфейлили с тобой. Две. Из-за вот этого плешивого прыгуна. Че, придется брать имбовый отряд. Другого варианта я не вижу, ребят. Или подожди, может быть, где-то энергия накопилась. Вот этот отряд. Нет, все-таки он не справится. Давай вот так вот сделаем. Ах ты, прыгун, а? Чтоб тебе. Ну, здесь Ронин есть, правда. Опять же, я тебе скажу, Ронин не убьет с одного удара прыгуна. А здесь только лишь Мак-рыцарь может помочь нам. Поэтому ждем. Ждем до последнего. Пускай он тут делает прыжок свой. Окей. Вызываем с тобой чумную мышь. Если что, у нас с тобой есть ульта, которым мы можем воспользоваться. Ронин побежал. Опа, прыгунчик, да? Предположим.
Что-то тут даже мой имбовый отряд как-то мешкается, ты заметил? Так, прыгунок. Что у него там сопротивление идет какое-то замку? Хм, интересно. Так, ну, все-таки мы разнесли в пух и прах вражину. И последний у нас тут уровень. Старый воин будет. Берем с тобой имбовый отряд и будем наказывать старых воинов, новых воинов, нам без разницы. Поехали. Так, ну что, Ронин, как всегда, идет первым в бой у нас. Угу. Не побежал. Не рискнул, да, все-таки? И это плохо, потому что сейчас он тут получит от банши. Оу. Быстро как-то нас тут расписали. Ладно, ульта пошла. Ронин бежит, и это хорошо. Тычич. Оу. Ураганчик, все как полагается, ребят. Давай еще вызовем с тобой одну чумную мышь. Вызовем Ронина. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дедулечка уже вышел, и это плохо. Слушай, сейчас этот еще будет его хилять. Нет, не будет. Не успеет. Да, все благодаря нашей ульте. Ну. Дорались, да? Все. Тут уже он ничего сделать не сможет. И замок рушится на наших глазах. Ну вот, ребята. Так, у нас с тобой еще есть, по-моему, немножко энергии на каком-то отряде, да? И мы сундук забираем. Сундук нежити. Так. Слушай, ну неплохо. Два вида зомби, которые мне нужны. И мы переходим с тобой на Нефритовую долину. Это последняя территория. А вот она, Нефритовая долина, где будет присутствовать тигр. Где будет присутствовать тигр? Слушай, а как мне... Хм. Единственный вариант, я вижу только вот этим отрядом отбиваться. Но опять же, здесь крестьянин. Короткая дистанция, ребята, крестьянин. Ну ты понял, да? Я, наверное, не успею вызвать голема. Или же... Ну, попробуем. Нет, не успею, скорее всего. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Твою ж, блин, дивизию. Совсем чуть-чуть не хватает. Не успеваю, ребята, по таймингу, понимаешь? Ай... Не хватает мне совсем маленечко. То есть, как бы голема вызывает, что он успевает сделать удар. Вот в чем проблема-то. Это плохо. Хотя мы здесь и сможем победить. Но опять же, нанесли урон. Мы получили с собой повреждение. Блин, как быть? А у нас и энергия там закончилась, верно? Так точно. Ну, вот этот вот бесполезно. Если я не успеваю голема за 175 энергии призвать, то, извини меня, пришельца за 225 и тем более. На замену. На замену. Кстати, подожди, есть, ребята, одна идейка. Я не знаю, сработает она или нет. Сработает она или нет. Это если мы с тобой, например, сейчас уберем пришельца и вместо него поставим улитку. Вот так вот. Она, в принципе, должна сразу подбить крестьянина. Ну, проверим. Дешево она стоит, плюс, сам понимаешь, да, урон. Сейчас проверим. Ну-ка. Есть контакт, ребят. Ну, вот таким вот темпом, может быть, мы с тобой... Эй-эй-эй-эй-эй! Да хорош ты успок... Блин, я уже не знаю, ребят, как тут контрить. Фух. Ха-ха, он тоже, да? Не простачок там какой-то. В клетку, конечно же, в клетку. А что тут думать? Так, вызываем еще улитку. Ну, на самом деле он называется не улитка, а ползун. Ну что, вызываем баллисту. И опять же... Оу! Вот это... Вот этого, ребят, я всегда боялся. Вот этого вот ярость тигра, я называю, да?
Такая еще дрянь, а. Но давай, банши, выходи. Банши, ой, банши. Некро, она очень-очень медленная, друзья мои. Очень медленная. Так. Пока она там дойдет, пока она... Сам видишь, да? Давай, ползун. Еще вызовем с тобой джиггернаута. Есть. Ну, вот так вот, ребята, с помощью комбинации, да, и улитки, ползуна, мы с тобой все-таки прошли этот злосчастный уровень. И у нас с тобой, к сожалению, больше нигде энергии нету. А значит, нам пришло время заканчивать на сегодня эту игру. Так что всем пока, друзья мои, и до новых скорых видосиков. Удачи вам!